Здравствуйте, меня зовут Карина Мандель, и я представляю организацию побратимских городов Балтимора. В частности, моя сфера деятельности связана с реактивацией и возобновлением сотрудничества между Балтимором и Одессой. Мы знаем, что уже на протяжении многих лет существует определенная работа в этой сфере, но также мы бы хотели ее усовершенствовать и усилить реализацию как можно большего количества проектов. Это мой первый раз в Одессе, и мне здесь очень нравится. Так как Балтимор и Одесса являются портовыми городами, среди прочих моментов во время встречи мы также обсуждали с господином мэром возможность реализации совместных проектов между нашими портами и не только эти проекты. Также мы обсуждали возможность организации культурных обменов, обменов студентами, внедрения различных социальных инициатив в обоих городах и также реализации различных проектов в рамках стратегии Одесса 5Т. Оба наши города являются достаточно креативными и живыми, я бы так сказала, поэтому мы уверены, что нам есть что предложить друг другу, и в дальнейшем мы сможем взаимовыгодно реализовать различные проекты с обоих сторон океана. И я бы хотела добавить, что на самом деле на данный момент не столь важно даже, какой именно проект мы начнем реализовать первым. Первым очень важно, если жители города Одессы и жители города Балтимор начнут ощущать свободными в плане реализации совместных проектов. Тогда мы сможем развивать все сторонние отношения, например, это может быть и архитектура, и любая другая сфера, вне зависимости даже от того, есть ли на данный момент уже какие-то соприкосновения между нашими муниципалитетами. Если у людей будет эта возможность спокойно ощущать себя и сотрудничать с другим городом, другой страной, они смогут и собственный бизнес начинать, и развивать общие отношения также.